Пригласи ее на свидание. Красавица из Гарварда и работяга-федерал из самых низов Бруклина. Что ж ты за сволочь? Поехали. Полиция обнаружила тело женщины в мусорном баке на автостоянке. Что мы здесь делаем? Судя по всему, тело обработано хлоркой. Рэй, в чем дело? Это Каролин, твоя дочь. Что? Девочка моя, помогите! Это он. Смертная казнь для него слишком хороша. Нет, не смей его допрашивать. Ты его отпустишь, да? Мне жаль. Он виновен. Мы обязаны его задержать. Я его арестую. Во что бы то ни стало. Этой осенью. Рэй. Джесс. Я нашел его. Как ты его нашел? В сети, в тюремной системе страны, 696 тысяч белых мужчин. Можно обработать их все за год, если смотреть по 1906 лиц в день. Что я и сделал. Целый год? 13 лет. Возобнови дело. У нас было несколько зацепок, все ложные. И каждый раз Джесс получает очередной удар в сердце. Я не выдержу, если его в очередной раз отпустим. Может, на этот раз сделаем все неофициально? Нет. Рэй. Справедливость. Моя дочь ее заслужила. Мы должны опередить Джесс и найти его. Моя дочь была всей моей жизнью. Это уже ничто не изменит. Она не остановится. Пусть увольняется. Пусть меняет имя. Пусть бросает машину. Я все равно его найду. Тайна в их глазах. Чивителли Джиафор, Николь Кидман и Джулия Робертс. Скоро в кинотеатрах.